Добрый день, с вами Тимофей Андреевич и канал «Вне города», канал о том, как бывает еще. Нас послали в магазин за сигаретами. Магазин у нас достаточно далеко, этот магазин называется, короче, все его называют «У Лося». Вон он, лось. А сейчас, доченька, я лося сниму. Вот это вот произведение искусства. Лось во всей красе. На нем можно даже посидеть. Сейчас, доча, пойдем в магазик. О, какой! А вот магазин. Кого ты хочешь? На лосе сидеть. На лосе сидеть? Ну давай сейчас сядем, посидим. Вот так вот можно сидеть на лосе. Доченька, ты так не упадешь, держишься? Угу. Только держись, не упади, смотри осторожно. Не двигайся, сейчас я тебя сниму. Вот, да, дочь у меня на лосе катается. Тюх-тюх. Нравится тебе лось? Лося! 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 Лося!